В рамках госпрограммы продолжается возведение большой современной школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». Уже ведутся монолитные работы на уровне первого этажа. Четырехэтажное здание общей площадью 30 тысяч квадратных метров оснастят всем необходимым для учебы, занятий спортом и творчеством. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. Школа станет самым большим образовательным центром в регионе. Ввод объекта в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2023 года.